Всем привет, ребята, с вами сегодня Бананчик. Сегодня мы продолжаем играть в Game Clicker. Здесь вышло недавнее обновление, здесь появились новые яйца, 8 новых питомцев и новые изменения карт. Также здесь появился босс, да. Мы продолжаем. Так, я чуть-чуть, ребята, нафармил синих гемов. Очень немножко. Без записи нечаянно взял ежедневный сундук. Также, ребят, здесь питомцы. Вы посмотрите, цена питомцев. Чтобы один питомец у вас появился такой, это нужно очень сильно подкопить. Ну ладно, накопим. Так, ребят, тут есть какие-то формальности, вы посмотрите. Смотрите, питомцы есть, но нет, ребят. Ну это, как это, недоработка или глюк. Жесткий глюк, да? Так, мы остановились где-то, вот здесь мы остановились, вон, видите, да? Питомцы есть, а и самих игроков нету. Ладно, мы продолжаем. Так, ну что, пойдемте зайдем в этот портал. Тут также питомцы... Ой. Питомцы есть, а... Ой, не понял. Так, ну что, давайте купим мы яичко. Так. А кого мы выбили? Блин. Как можно отсюда? Не, инопланетянина, наверное, здесь без толку убрать, да? 150, 1,5. Не, без толку. Давайте выбивать вот этого. О, я уже выбил. Я его выбил. Это у нас... Ну, у него второй левел, да, там. 150к на 175. Нет, ну эти больше, чем вот эти. Мне так кажется, что здесь... Ну, без толку здесь вообще-то. Питомцы какие-то... Очень-очень-очень маленькие для нас. Так, 100к, да? 100к нам насобирать. Насобираем. Наскребаем как-нибудь 100к. Так. Там есть кодик. Кстати, я только сейчас заметил, что все на русском языке. Создатели, наверное, переводят. Вот. Новый кодик. 7к фавс. До этого было 6к. Нажимаем. Но мне что-то ничего не дается. Так. 100к перерождение. Что у нас может появиться здесь? Ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. У нас 2 квинтиллиона, да? Нам нужно 10. Давайте, ребят, наскребаем 10 квинтиллионов. Мне почему-то даются еще конфеты. По 8, да, конфетки я получаю. 3 квинтиллиона. Левел у меня 153. Так. Так, левел у нас растет и растет все. 7. Так, ладно, пойдемте побегаем, посмотрим, может... Где я заборе-то застрял? Когда появится наш первый босс, когда появится? А тут прыгать нельзя, здесь можно, да? А здесь можно прыгать? А, и здесь можно прыгать. Нет, хорошо. Ну, босса стоять мы не будем ждать. 3:36. 3 минуты 36. Так. Блин. А здесь можно, интересно, эволюцию питомца делать? Нельзя, да? Вот что-что, а вот питомца делать эволюцию нельзя. Ну, это плохо, конечно. Сделали бы эволюцию питомца, было бы вообще прелестно. Так. Продолжаем. Ну, до 100к, нам долго еще надо. Кстати, ребят, также здесь, наверное, скорее всего, тоже какой-то портал появится. Не зря эти дырка в заборе. Ну, и здесь, наверное. Хм. Так, ты ё-моё. Так, кстати, а где у нас тогда не было питомца? Нет, здесь был. А, он у нас и есть. А где питомца не было?
За 1 миллион? 1 миллион реберц. А что я за тень могу? А, мне нужно реберц сначала сделать. Ясно. А я думал, если открываешь портал, он будет открытый все время. А тут 8 квинтиллионов есть. Сейчас мы, ребят, сделаем 1 миллион реберц. Давай. Ясно. У меня по-прежнему почему-то не дается 10 кинтиллионов, я не могу почему-то сделать. Ну, будем делать тогда по одному все. Это кантиллион. А мне нужен квинтиллион. Так. Уровни растут по-быстрому, да хорошо. Давай. Молодец. Ну, по одному мы тут очень долго будем фармить. Очень долго. А, у меня 2 триллиона. Что стоит? Нет. Тут яйца не появились. Так. Что у нас? Red. Red это огонь, да, наверное? 1 триллион. Это 1 триллион вот этого нужно, да, сделать? А нам нужно сколько? А, нам нужно... А, нам один и нужно. А, ну так, сейчас делаем. Хотя мы не делаем. А, нет, делаем. 2 триллиона, 12. Мы можем делать? Нет, почему-то мы не можем все-таки делать. Босс, кстати, босс появится через 40 секунд. Пойдемте мы его сейчас посмотрим, что это за босс вообще. Ты что такой каменный? Так, смотрим. Где босс? О, 30 секунд, ребят, 30 секунд до босса. Зелья. А, это зелья. А что они у меня? А у меня они не активируются, зелья. Странно. Почему-то у меня зелья нету. Так, ждем 15 секунд. Давайте быстрее. Смотрите, как парень тут завис. Фига себе. О, я его сбил. Так. Ну так я могу тогда и это открыть яйцо. Отлично. Что получили? Не понял. Белый снежинку какую-то получили. Сейчас, ребята. А, во, босс появился. Смотрите, босс появился. Давайте мы его убьем. Мы сможем его убить, да? Я нажимаю автокликер. Чем быстрее, тем лучше мы его убьем. И заполучим себе немного синих гемов. Они растут очень хорошо, очень быстро. Также мы поднимаем себе левел. Так, давай. 300. Ну, у него жизнь... Ну, мало почему-то жизни. 500 жизни всего дается. А по 10 гемов дают, да? Да, по 10 гемов дают. А как можно увеличить эти гемы, чтобы получать побольше? Надо будет сейчас побегать, посмотреть, где это делается. 150 осталось. Сейчас побыстренько мы это все убьем. Так. Убиз. Убиз. 3 сапога. Убиз. А, ё-моё, ты чё докопался от меня? Отчепись от меня, мальчик. Мечтатель. Я тоже мечтатель. 30, 20, 10, 5, 3, 2, 1, 0. Все, я убил, короче, этого босса. Ну, боссик такой. Ну, не очень сильный. Так, давайте посмотрим, как можно нам улучшить. А тут нету ничего, да? Автокликер, спед, скорость. И купить X100. 2 триллиона. Я купил? Нет, наверное, я не купил, да? Нету. Вот это я купил. Это X10. Это X100. А это один максимум, да? Так, покупаем. Может, еще раз? А еще раз можно? Да, у нас 11, 14, 17, 20. А что у меня тратится?
Я что-то не вижу, чтобы что-то у меня тратилось. 35, 38. Ну, это скорость этого. Видите, как у меня увеличилась скорость на получение нового уровня. Ну, скорость увеличивается. Давайте, наверное, до 100 я сделаю. Ой-ой-ой-ой-ой, как полетел уровень-то, ой-ой-ой-ой. Теперь одна музыка такая. Сейчас она уменьшится. Ой-ой-ой, как это громко. Ладно, постараюсь. Надеюсь, что вам не очень сильно будет громко. Жестко. Кстати, у меня... Ой-ой-ой. А, кстати, питомца-то я так и не посмотрел. Давайте сравним. Этот 200к монеты, 75-12к гемы. Ну, этого по 10 миллионов и по 5 миллионов. А этот что нам дает? Это бер. Это белый медведь, что ли? Обычный. Давайте мы этого снимем. И наденем вот этого. Что он нам дал? Ну-ка. Что он нам дает? Что он хорошо там надо? Дают. У меня уже даже слов нет. Вы посмотрите, какой он огромный. Он больше меня. Давайте еще одно яичко купим. Мы же можем, да, еще одно купить? Там. Это что такое? Это кто такой? Ты кто такой? Давай, до свидания. Сколько даешь? 2,5 миллионов. Ну, 2,5, ну это вообще маленький уровень. Я, наверное, даже надевать его не буду. Давайте открываем еще одно яйцо. Блин, что не боком? Это, наверное, точно такой же, да? 2,5. Нет, я бы хотел бы еще открыть. Давайте сразу 3 яйца откроем. Это такой же выпал. Так, 2. И опять такой же. А что вы мне опять такого же даете? Ну? Это что-то необычное дали мне. Что-то огромное мне выпало. Так, 2,5. Вот. Тоже 2,5. А вот, 10 миллионов, да? Давайте этого снимаем, этого надеваем. Так, угу. Поехали. Теперь у меня... А вот, теперь у меня 2 медведя. У меня 2 медведя. А, серая это курица, вон она, да? А есть у кого-нибудь другой питомец? Вот он, наверное, да? Это у нас кто? Это у нас что? Что такое? Это что-то похоже на бобра, да? Какой-то маленький... Что-то вроде бобра. Пойдемте дальше открывать. Может, и нам выпадет этот бобер. О, у меня опять мишка выпал. У меня команда медведи сейчас будет. Так. Так, ставим. И... Ну, 10 миллионов и 5. Я, скорее всего, если выбью еще... Так, еще 2 медведя, если выбью, то я их и поставлю, наверное. Чего уж тут? Давай, бобер. Мне попался бобер. Мне попался бобер. Бобер. 1 миллион курица. Подождите, а бобер где? А вот. 5 миллионов. Бобер на 5 миллионов. Ну, я не скажу, что он такой сам. Или это медведь все-таки самый сильный. Ребят, двиньтесь немножко. Да, это медведь. Самый сильный это медведь. Просто он такой огромный, что он даже в экран не помещается там. Ну, интересно, админы сделали. Очень хорошо, очень приятно. Так. Так, давайте сейчас. Нам нужно еще хотя бы 2 медвежонка выбить. Так, ну я не хочу вот этого. Дайте нам медведя. Ну, дайте нам медвежонка. Ну, почему медведя нам не дают? Ну, медведь? Нет. У нас, наверное, будет свинарник сейчас в этом инвентаре. Давайте немножко почистим инвентарь. Так, мы поудаляем их. Они мне... Ну, мне, например, они... Ну, уж точно не нужны. Все. Даже можно и это удалить. Хотя, не буду я пока удалять ничего. Так, пойдемте.
Пойдемте дальше открывать. Ну, во, медведь попался как раз, сразу же. Надо было все-таки этого удалить. Так. Вот этого мы удаляем. Этого мы ставим. Меня скоро вокруг эти панды... Ой, панды, эти медведи как закроют, и все. Ну, еще один медведь, и будет восхитительная бригада. Да ладно, игра, ты меня услышала? Ну, тыкву я, наверное, не буду выкидывать, но ну как-то она мне понравилась. Пускай она, что, пускай она у меня будет. Может, кому-нибудь и подарю. Так, теперь у меня бригада из медведей. Я самого себя уже не вижу там. Так. Я, правда, ничего не вижу теперь. Через 8 минут у нас появится новый босс. Сходим на босса сразу же. Так, а сколько нам медведи дают? Ну-ка. Вау, ребята. Один квинтиллион. Два. Я получу... Я... Это... У меня слов нет, я запутался в словах. Ну почему-то мне не дается. Просто я не могу, понимаете? Я не могу себе набить... Ой, я не туда зашел. Себе набить я не могу 10 квинтиллионов. Почему? Или кантиллионов. Почему я не могу набить их? Почему? У меня вот выпадает, сейчас я покажу. Вот 8 выпало. Так. Ну? Ну, давай, где там? Или это нужно перерождение делать? А я что-то не помню, что были тут перерождения какие-то. Вот, и сразу слетает. У меня почему-то игра не дает. Просто игра не дает мне. Ну и что, я буду по одному, что ли, здесь? Ну это долго было. 15 секси... 15 секси... Неплохо. По 15 секциллионов делать. 51, да, сделать. Если 51 сделаем, 100 бат. Ребята, если я сделаю 100 бат, это будет... Это будет восхитительно. Считайте, я сразу же войду, по-моему... Так. А я куда смотрел-то? А, я сюда смотрел. А 100 бат... Что дает 100 бат? А тут ничего не дает 100 бат. Тут надо 1 триллион. Да. 1 триллион. Подождите, а сексиллион, он же больше. Да, сексиллион... А я не туда смотрю. И я не туда смотрю, ребята. Мне нужно 510 сексиллионов, чтобы получился 1 триллион. И здесь 1 триллион я получу 1 ред огонь. А ред вообще-то красный. Ну ладно, не важно. Так, у нас появился, по-моему... А нет, не появился. Через 6 минут появится. Через 6 минут появится у нас босс. Кстати, чё ж я все время так... Ну-ка, пойдемте сюда, зайдем. Сколько здесь? Тут же X7. Да, здесь X7. Ну-ка. Блин, ну почему я не могу перерождение сделать? Ну, вот, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И у меня все слетает назад. И что мне теперь? Я так долго буду фармиться, очень долго. Да это что, мне все равно до туда не дойти. Мне один кантиллион делается, и все. Но, блин, я так долго буду шуровать. У меня 104 сексиллиона. Блин, ну я так... Ой, 100... Да, 117. Блин, я так долго буду. 130. 143. А по сколько дают? 155. А дают по...
По 13 секцион дают, что ли? Да. Мне дают по 13 секционов. Блин, я так долго буду, ребята. По 12. По 12 секционов. Я извиняюсь, я посчитал неправильно. Мне дают всего лишь по 12 секционов. Да блин, до 500. Мне долго придется по 500 так. Очень долго придется. 100к. Да даже 100к. Так. Нет, я не сюда зашел. Вот, 51 это 100 бет. 510. Ну блин, 510 это, ну, очень долго. А почему я не могу перерождаться? Это телепортация. Что такое? Это пригласить друга. Я нашел. Каждое улучшение увеличивает ваш драгоценный камень на 1x. А, фрагмент времени осталось. О чем речь идет? Фрагменты времени. А, ясно. Я нашел. Каждое улучшение будет умножать полученные фрагменты на x1. Это тоже хорошо. А, так тут всего лишь, да? Давайте... Давай тогда улучшим что. Давайте, наверное. А сколько у меня там? У меня 10 тысяч, да? Каждое улучшение будет умножать полученный фрагмент на x1. На x1. Это умножение на 20 у меня, да? Это на 20. Я, наверное, все деньги сейчас сюда вложу. Вот так вот. Ну-ка, пойдем босса сейчас будем лупить. Так, он через 2 минуты только появится. Да, по одному мне очень долго придется. Семьдесят, ребят, ну, я ничего не поделаю, придется так, чё, я не знаю почему. У меня почему-то не идет больше. Или это глюк все-таки игры? Каждое улучшение увеличивает ваш драгоценный камень. Это бы я улучшил бы уже. Ну чё, мне, чё? 2 секциона. Вообще хорошо. Ну это скорость. Скорость улучшения. А в смысле 2 секциона надо? Давайте накопим еще. Так, у нас осталось 40 секунд до главаря. До нового главаря у нас осталось 40 секунд. Сейчас мы его убиваем, посмотрим, что там у нас получится. Ну, мы, наверное, должны сейчас как максимум получать уже больше синих гемов. Осталось 20 секунд. Как медленно время идет. И тут почему-то сделали ровно 15 минут. Ой. 173. Да, кстати, может, ну, мне еще улучшить и... Чтоб я получаемость получал лучше. А, пойдемте тогда сейчас убьем этого нашего главаря.
Так, я получаю по 58. Так, поехали. Сейчас потихоньку будем ходить. И я где выход-то здесь? Давай. Так, все, мы убили его. Я получил опять 10 тысяч. Так, я получил 10к. Давайте делаем перерождение. Так, делаем перерождение. И давайте, наверное, увеличим все-таки вот эту вещь. Каждое улучшение увеличивает ваш драгоценный камень на x1. Это что такое? И что за звук был? Ребята, это что такое было? Я не понял, правда, что это было. Тратим все деньги теперь на вот эти гемы. Розовенькие. Все, да, у нас больше ничего нету. Здесь не хватит. Вот. Через 13 минут у нас появится новый главарь. Босс, как их называют. Так. Кстати, мне все интересно. Вот. Сделали... А, написали, типа... Изменены... В смысле? Один реберт. А что, я туда зайти не могу? Вообще, я зайти-то не могу. А я сюда могу? Сделали... Изменение. Эпическое яйцо. Мне не надо эпического. Странно. А где вот эта фигня? Вот это. Вот это. Вот эти. Что-то не могу найти. Куда это надо телепортироваться, чтобы попасть туда? Я все рядом телепортируюсь. Вон там, да. 105 9. Вот сюда давай, ну-ка. Здесь есть она? Нету. Я еще дальше стал. Странно, это, наверное, какой-то вот из этих, наверное, да? Скорее всего. Так, 12 минут. Блин, 12 минут долго будет. Так, давайте, наверное, дальше продолжим перерождение делать. О, видите? У меня просто-напросто вот это не выходит. Почему не выходит вот эта вещь? Блин. Я боюсь, если я сейчас ткну, я не успею сюда ткнуть, да? 8, мне дали 8. Ну. Короче, мне надо делать по одному. Это... Ну не честно, ну почему такая? Надо у администрации потом спросить, почему у меня так получается. А, это триллионы. По одному кантиллиону я очень долго буду фармиться. Ну, очень долго я фармиться буду. Я бы хотел бы сделать себе все-таки сколько у нас там? 340, а нам нужно сколько, ребята, нам надо было? Ой, я зашел. А нам нужно было 510, да? Нам нужно еще немножко. А, это не то. Сот 10, 379. Я в цифрах что-то путаться. О, 403. Давайте, ребят, я все-таки сделаю. Ну это тупо, конечно, почему у меня вот так вот получается. Я сделаю запрос. Может это баг какой-нибудь. Так, сколько нам нужно? 510, да, было? 505 уже. И. 518. Давайте делаем перерождение. Так,
А я куда смотрел? Я смотрел вот сюда, да? Блин, я, короче, весь... 57. Я только это могу купить. 150 у меня стало. Я не туда смотрел. Бред какой-то. Это полный бред. Вы видели это? Я сделал 10 кантиллионов. Я их сделал, но я видел их. Ой-ой-ой-ой-ой. Или это нужно... Зависит от перерождений. Смотрите, ребят, ну вот... А как я должен, блин, это все делать-то? Ну это нечестно, короче, ребят, давайте я на сегодня буду заканчивать. Будем продолжать потихоньку дальше развитие. Я знаю, что в этом видео... В этом видео очень мало чего у меня произошло интересного. Нафармил немножко конфет, сейчас все сразу я их сюда и солью. Туда. Ну, короче, 23 конфетки у меня осталось. Так, и сколько я буду получать конфеток, если я так буду делать? Ну, по 17 конфет я получаю. Ну, это хорошо. Это меня радует. 100к. Чтобы сделать 100к жертвы, это... Ну, это очень долго, это очень много надо. Это нечестно. Почему у меня так получается? 8 минут до босса. Ну, мы не будем, наверное, ждать, ребят. 32 минуты. Я даже самого себя уже не вижу. Так, я так делал. Ставим лайки, подписываемся на канал. Кому понравилось видео, оставляем комментарии. И всем пока-пока.